Корги Марусю знают и любят юные щелковцы. Ребята всегда ждут в гости талисмана спасателей городского округа. Для мальчишек и девчонок каждая встреча с Марусей – это праздник. К ученикам младших классов корпуса школы номер 20, который расположен в поселке Загорянский, корги приезжает далеко не в первый раз. Эту встречу ребята ждали с нетерпением. Дождался, да? Так долго ждал. Дашка, вставай, Эдварду, быстрее. Директор Щелковского центра гражданской защиты Леонид Киселев рассказал ребятам о работе спасателей, пожарных, единой дежурной диспетчерской службы, о системе 112. Как оказалось, школьники весьма осведомлены. Ребята уже в начальных классах знают, по какому номеру следует звонить, если вдруг случилась беда. Щелковские спасатели – инициаторы проекта «Корги-дел». Одна из основных его целей – научить детей основам безопасности в быту и бережному отношению к природе. Полтора года назад при поддержке Андрея Алексеевича Булгакова мы таким нетрадиционным образом начали рассказывать о жизни наших спасателей, о работе отряда, привлекли к работе отряда Марусю. Ну, то, что сейчас происходит, вы видите. И это намного стало шире, чем просто работа и жизнь отряда. Это стало уже таким событием, когда дети просто ждут, и вот это им нравится. Ребята еще совсем юные, а потому даже самые серьезные вещи часто объясняются мальчишкам и девчонкам в игровой форме. Маруся в этом помогает. Она научила нас добротим, что надо быть добрее, надо быть как герой. Она показала то, что надо быть смелее, надо не бояться чего-то, что ты не можешь, надо быть увереннее и стремиться к своей цели. Ученики школы номер 20 хорошо подготовились к приезду гостей, изобразили ее на бумаге. Сюжеты рисунков разные, но везде Маруся – главная героиня, смелая собака, которая всегда готова помочь людям, спасателям в их непростой работе. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.